участников и да, благодарных зрителей. Приветствуем вас на концерте первого курса. Добро пожаловать в погружение! В этом году на нашем факультете зажглась новая звезда по имени «Первый курс». И настроены они решительно. Сейчас вы убедитесь в этом сами. Встречайте! Студентка первого курса 7-й группы Цыбельняк Елизавета, стихотворение Асадова «Когда мне встречается в людях плохое». Так, Игорь Асадов, «Когда мне встречается в людях дурное». Когда мне встречается в людях дурное, то долгое время я верить стараюсь, что это, скорее всего, напускное, что это случайность, и я ошибаюсь. И мыслям подобным, ища подтверждение, стремлюсь я поверить, забыв про укор, что лжец, может, просто большой фантазер, а хам, он, наверное, такой от смущения, что сплетник, шагнувший ко мне на порог, возможно, по глупости разболтался. А друг, что однажды в беде не помог, не предал, он просто тогда растерялся. Я вовсе не прячусь от бед под крыло, и ныне здесь мерками следует мерить. Ужасно не хочется верить во зло, и в подлость ужасно не хочется верить. Поэтому, встретив несчастных и злых, нередко стараешься волей-неволей в душе своей словно бы выпрямить их и попросту отредактировать, что... Ведь слово признаться мне в жизни моей не так уж и мало, видать, поводилось. И сколько хороших надежд поразбилось. И сколько вот так потерял я друзей. И все же я верить не брошу, что надо в начале любого пути с хорошей и только хорошей, с доверчивой меркой к людям идти. Пусть будут ошибки, такое непросто, но как же ты будешь безудержно рад, когда эта мерка придется по росту тому, с кем ты станешь богаче сто крат. Пусть циники бормочут, как дети, что, дескать, непрочная штука сердца. Не верю. Живут, существуют на свете и дружба навек, и любовь до конца. И сердце твердит мне, ищи же и действуй, но только одно не забудь наперед. Ты сам своей мерке большой соответствуй, и все остальное увидишь, придет. Нашего университета. И это не только мое мнение. Да что говорить. Давайте лучше встретим бурными аплодисментами вторую группу первого курса с их зажигательной песней. Встречи на зале. О, Боже, мама, я скажу с ума.
Как известно, наши студенты обладают не только гибкостью ума, но и тела. И в подтверждение этому мы приглашаем на сцену 9-ю группу под ваши аплодисменты. Так, актеры, все на площадку.
где мать? Она гримируется. Так, ждать не будем, объясняю сцену. Герой, ты поступил на матфак. Ты умираешь от счастья. А дальше выходит мать. Мать? Тут я. Господи. Мать, ваш сын поступил в Московский педагогический государственный университет. Зовите доктора. Доктор? Здесь. Доктор, вы констатируете смерть и зовите санитаров. Санитары уносят тело. Все поняли? Быстренько, раз. Снимаем с одного дубля. Сцена первая, дубль. Ура! Я поступил на матфак. Кажется, я умираю от счастья. Это мой сын. Кажется, он умер. Доктор. Что такое? Да вот. Окочурился? Стопудово. Санитар, уноси. Все, уноси. Стоп! Где ваши чувства? Больше экспрессии. Систему Станиславского вспомним, в конце концов. Герой. Герой? Мать, ваш сын поступил. Господи, доктор, помогите даме. Еще один дубль. Поехали. Больше чувств. Больше. Сцена первая. Дубль первый. О, Господи! Я поступил на матфак! Кажется, я без ума от счастья и просто умираю! О, нет! Мой сын умирает! Нет! Спасите, пожалуйста, доктор! Мы его теряем! Вокруг адреналина! Еще! Не помогает! Клизма! Нет! Санитар, носите тело! Он был моим одноклассником. Держись! Стоп! Мы что, снимаем фильм для Эмма? Мать, что вы разрыдались? В последний раз сражаемся, в конце концов. Доктор! 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 Доктор!
носите тело. Стоп! Снято. Для вас поет шестая группа. Встречайте!
группа 1-5. Встречаем. Tell you something more than
вторая, и теперь куратор.
Даже самые знакомые мелодии можно переделать на новый лад, если в тебе есть особые способности. А у нас на Матфаке таких людей очень много. И сейчас для вас поет 9-я группа под ваши полные аплодисменты! Thank you.
Спасибо.